Привет и всем. То, что светодиоды бывают разные, наверняка многие из вас прекрасно знают. Ну да. Зелененькие, красненькие, беленькие, черненькие, желтенькие и даже голубенькие. Ну да, черненькие. Они черным светом светят. Ну точнее, это инфракрасный излучатель, инфракрасный светодиод. Но все вот это, так называемые единичные светодиоды или DOT-светодиоды. В доту играли? DOT, точечка. Вот там, кстати, есть такой DOT. Маленький-маленький DOT, но как раз вот этот вот светодиод, его уже светодиодом не назовешь. Это светодиодная матрица, состоящая из сегментов. По-моему, семисегментная, я точно не считал. Но факт в том, что сегодня я вас познакомлю с еще одним светодиодом, который имеет свою специфику именно в виде формы и размера. На заставке, я так полагаю, вы его наверняка уже увидели, а теперь прекрасно видите его крупным планом на экране со всеми его потрохами. Так вот, вот этот светодиод, несмотря на то, что имеет целых три вывода, на самом деле называется пиксельный. Да, самый натуральный пиксельный квадратный светодиод. Ну, служит он для того же, что и остальные светодиоды, чтобы светиться. Но светиться именно вот в такой форме и в таком размере. Этакий вытянутый пиксель. Внутри устройство у него банальное и простое. Там, конечно же, размещаются в едином корпусе парочка самых обыкновенных красных светодиодов. Люминофоров там нет, есть просто вот такой вот красненький светорассеиватель. Давайте включим и посмотрим, как он светится. Подавая напряжение с током в нужном направлении, мы заставим этот светодиодик ярко светиться. Да-да, ярко. Но если присмотреться, то, конечно же, этот светодиодный пиксель, несмотря на то, что глаз практически не улавливает разницу, состоит из двух светящихся точек. Если посмотреть с обратной стороны, то мы увидим, что да, вот там все сияет, такое красивенькое, пылает ярким красным огнем. А что если нам проэкспериментировать с этим пикселем и запустить у него только один светодиодик? Я переключил токоведущие выводы, и вот теперь у нас светится половина пикселя. Впрочем, подсветка тоже весьма изящная, получилась так, что можно использовать. Интересно, можно ли на таком одиноком пиксельном светодиоде сделать моргалочку типа а-ля полиция? Правда, она будет мигать красным-красным, но все равно интересно ведь. Это я еще подумаю, и если придумаю, обязательно вам покажу. Так что вот такие вот они, необычные пиксельные светодиоды, которые могут вам повстречаться. А на этом все. Пока. С вами был Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока.